Жена в одном месте в Москве заказала для меня вот такую футболку с Виктором Цоем, с лидером моей любимой группы «Кино». Любую можно фотографию, какую вы захотите, нанести на футболку. Они с вами согласовывают дизайн, но таких фирм достаточно много в Москве, естественно, да и не только в Москве. Может быть, стоило лицо Виктора Цоя повыше к воротнику поднять, но мне футболочка очень нравится. Стоила 1450 рублей. Достаточно неплохая по качеству, мягкая. И сам принт, сама фотография выглядит очень качественно. То есть я имею в виду изображение Виктора Цоя. Также она заказала себе, она любит группу Aerosmith, вот такой свитшот. Что-то на типа теплого, сравнительно теплого свитера. Эта штуковина стоила 2600, плюс дизайн 100 рублей, 2700. Фотография тоже, она ее подобрала, группа Aerosmith, они ее нанесли на эту одежду, свитшот. Достаточно очень качественно. А своему отцу, моему тестю, она заказала и уже приехала вот такая футболочка с группой Led Zeppelin. Мой тесть очень любит музыку. Собирает диски, пластинки вроде, нет, только диски, компакт-диски имеется в виду. Очень любит классический рок, у него целая коллекция дома из всяких дисков, которые он приходит в том числе по почте, он где-то покупает, обменивается. И вот такая ему футболочка, она стоила 1350 рублей. Моя стоит 1450, это 1350, а вот тот свитшот с группой Aerosmith стоил 2600. Всем привет, друзья мои!